Всем привет! Ну вот мы у попугаев, часто просят снимать про них. Ну про них у меня снято миллион материалов. Я года 3 снимал только про попугаев почти. Ну одно и то же снимать уже я не вижу смысла. Кому интересно, смотрите старые ролики. Там все ясно, доходчиво, как лечить, как кормить, как все есть. Сейчас просто пойдем посмотрим. Кореллы на днях поставлю гнезда на кореллу. Сейчас просто немного видите, занят. Очень сильно занят. Очень много дел. Если бы было бы в сутках часов 60-50, я бы был очень доволен. Не успеваю, очень много. Сейчас закончил с ульем. Там надо будет вырубать цыпком, доделывать голубятник. Ну, этот... Певчая птица, вот она. Ее очень много стало. Вот такие птенцы в гнездах. Вот они. О, голодные что-то. Вот яйца им ищу. Яйца перевернули. Так. Здесь птенцы. Здесь очень много их. Здесь птенцы побольше. Вот такие темные будут. Это зеленые, наверное. Потому что штук 5. Так, здесь яйца. Здесь нет еще ничего. Так, мы право пришли мы смотреть попугаев. Что у нас у попугаев? Было 6 птенцов. Вчера у меня попугаи разгрызли. Вон карбонат, видите, вон в углу. И перелезли к кореллам. Я захожу, волнистые попугаи сидят с кореллами. Так. Ну, вот они, наши красавцы. Вот они, наши. Все голубенькие. Тихо. Крылышки, слава богу, у всех хорошие. Ничего ни у кого не сыпется. Ну, Уже на днях птенцы вылетят. Вот, тихо. Вот они наши. Красавчики. Надо в гнезде влажность. Надо вот так. Гнездо слишком плотное. Вентиляционных этих нету. Надо сделать немного влажности. Так что вот такие дела. Ну, а в этом году, я думаю, навряд ли что. Ну, посмотрим. В этом году такая обстановка у нас в стране, поэтому этой птицей покупают, занимаются, когда все нормально, все хорошо. Когда же в достатке люди живут, когда никаких проблем. А когда что-то не то, то в первую очередь это, конечно, еда, вода. Одежда, все. Другого ничего не надо. Поэтому пока, ну не знаю, я поставлю гнезда. Корел, если будет спрос, корел, все, спрос вообще нету. Как вот с зимы началось, все, никакого спроса, вот они сидят. Что у них хвосты грязные, где-то испачкались. Короче, ну, спроса нету на птиц. Волну не знаю, насчет волны звонили, ну и то, мне кажется, что не так. Поэтому сейчас надо делать акцент на еду, на курей, на мясо, там, на овощи, фрукты. Вот это будет спрос. А декорация, ну я думаю, что нет, пока ничего не восстановится. Так что такие дела. Все, корова у нас начнут. Поставлю им гнезда, вот они, домики стоят. Они, походу, соль, что ли, лизать стали. Что эти, что-то она какая-то мокрая вон там. Что вот у этих хвосты грязные, они там ковыряют. А, да, вон что-то аж течет с нее. Видите, попугай все равно соль лижет тоже. Морские свинки, Сонька. Там осталось несколько штук. У меня самец умер. Сейчас,
Возможно, это пузатая или наелась просто. Вот она, красавица. Скоро трава пойдет для них. Ну, такие дела у попугаев. Так что, кому интересно смотреть, хочет этого, есть очень-очень много старых видео, зайдите на канал, там есть плейлист по разведению волнистых попугаев, и там все есть про них, поэтому много я не снимаю. Если что-то интересное, то буду снимать, показывать. Ну все, всем пока, скоро увидимся.